Выдержку, скорость реакции и блестящую физическую подготовку продемонстрировали ульянские пожарные добровольцы. В спорткомплексе «Симбирск» прошел ежегодный конкурс на звание «Лучшее подразделение пожарной охраны Ульяновской области». В нем участвовали 8 дружин, 7 команд и 5 студенческих формирований, всего 70 конкурсантов. По закону жанра мероприятие началось со слов напутствия. Несмотря на спортивность соревнований, необходимо не забывать и о мерах подстраховки и безопасности. После парадного построения началось торжество силы и ловкости. Испытаний для огнеборцев было предостаточно. Для начала эстафета со спасением условного пострадавшего и боевое развертывание техники для пожаротушения. Далее три участника из каждой команды разрезали преграду гидравлическими ножницами, а затем оказали первую помощь жертве катастрофы. Только после транспортировки пострадавшего в импровизированный лазарет отважные ребята показали, как они умеют усмирять огонь. В перерывах между испытаниями нашлось место и культурному отдыху. Даша Юсупова, ученица областной школы искусств, порадовала участников веселым песнями. Дядочку, маменька, не гляди, что роста маленька. И огонь и воду наши команды прошли с горячим рвением к победе. Как и в любом конкурсе, судьям пришлось выбирать лучших. Среди университетов первые места заняли дружины и команды Ульяновского технического университета. Ребят из муниципалитетов тоже оценили по достоинству. Конкурсанты Индинского и Ленинского районов также разделили первенство. Победителей наградили не только кубками и грамотами, но и бесценным профессиональным опытом. Виктория Чиркова, новости Ульяновской правды.